Отступать уже некуда. Намерены сегодня побороться. Но пока Брест классно вошел в зону. Кофеев здорово увидел Грибко. Очень часто видим у чужих ворот. И вот сейчас Кофеев вошел. Грибко поддержал. Не нападающий. Защитник. На то, что два гола они пропустили в первых сменах. Вот еще момент у Бреста. Шикарно. Шикарно здесь все сделано. В очередной раз он отличается. Смотрим. Кубраков отдал передачу на Самсонова. Нет, уже бросать не бросили. Тут же ответ. Тут же ответ Бреста. Конечно, это чревато играть с брестчанами на встречных курсах. Потому что... Он старается как может. Жуковский прошел по краю. Классная передача. Сам, конечно, лид. Тяжеловато. Бросок издали заблокирован. Может быть, ответ 2 в 1. Бежит авиатор. Хороший пас. Бэкхендом в крестовину попал. Нет, авиатора... защита. Он тоже так головой покивал. Мол, да вряд ли не было там гола. Ну, смотрим. Выходил Артюшенко. Посмотрим еще раз. Кадр сверху. Ну, нет, конечно, перекладина. Там, есть, в общем, ну, здорово, конечно, все делал Пацанкин, который Алексей разворачивался. Бросок, штанга! Выручает Горячевский. Просмотра и оставил ноль в графе заброшенных шайб. Ну вот, зарядил. Там Балаболкин. Отмечали. Вернулся он после травмы. Балаболкин бросает! И 4-0. Становится счет. Смотрим. Балаболкин. Матча сейчас в очередной раз реализует большинство. Но судя по тому, как радовался Ренат Сафин, это он там подставил. Горячевских отличился ассистом в первом периоде. Ну что сейчас? Будет ли опасность у ворот Горячевских? Будет гол! Не просто опасность, а будет гол! Будет гол Алексея Бреста, как она прерывалась. Ну, смотрите, Пацанкин раз бросил, потом поехал, добил. И, кстати, не доработал. Не могли, казалось бы, какие-то барановичи. Но вот сейчас Шапира одного убрал, второго. Бросок, добивание. Ну, наконец-то. Сейчас-то в пустые попали. Не попал Казарез. Не попал Шапира. Шайб, гости. В повторе смотрим. Нет, ну, конечно, физической подготовки, может, лучше двигаться, более динамичный хоккей продемонстрировать. Но вот как сейчас приходится в таком шпагате выручать Горячевский. А вновь добивание, а он уже не выручается второго раза. 42 что... на табло, смотрим, как хорошо на скорости вкатился, вошел в зону Кучеренко. Ну и...